Ну вот, Катрин, сегодня твой день рождения. Чудесный и прекрасный день. Большой праздник для всей нашей семьи. Мама, мамочка, я так волнуюсь. А придут ли мои друзья? Конечно же придут. Мы ведь всех пригласили. А ты думаешь, Барби придет вместе с Машей? Думаю, что да. По-моему, ты им очень понравилась. И мне они так понравились. Ну что же делать? Время так медленно идет. Ты можешь покататься на лошадке, которую подарили тебе бабушка с дедушкой. Я с удовольствием! Ура, ура, ура! Помнишь, какой стишок мы рассказывали? Да, помню. Я люблю свою лошадку. Причешу ей шерстку гладко. Гребешком приглажу хвостик и на ней поеду в гости. Ой, Катрин, а вот уже и первые гости. Ура, 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 мамочка, это Софи пришла. Поздравляю тебя с днем рождения и дарю тебе этих Минни Маус и Микки Мауса. Ой, София, спасибо большое тебе, спасибо! Проходи, присаживайся, будем ждать всех гостей, Софиечка. Ой, звоночек! Кто бы это мог быть, мама? Сейчас посмотрим. Привет, Николь! Привет! Поздравляю тебя с днем рождения и дарю тебе принцесс Диснея. Ой, как здорово! Я обожаю играть принцесс! Отлично, девочки, пока мы ждем еще папу! Мама, папа скоро придет? Скоро. Мы можем поиграть с вами в принцесс Диснея. Чур, я буду спящая красавица Аврора. А я Белль. А я буду Золушка. Я видела, у тебя есть такая кукла? Да, есть. Бери, София, будем играть. Кто это, мама? Я думаю, отец. Привет, дочка. Здравствуйте, девочки. Ой, какие красавицы пришли к тебе на праздник. Да, папа, и такие чудные подарки принесли мне. А мы с мамой, дочка, дарим тебе чудесную розовую машину. Ух ты, какая красивая. Папа, можно я попробую, как она ездит? Конечно, можно, дочка. Залезай. Ра-ра-ра! Отличная машина. Когда педальки нажимаешь, она едет. Вот это подарок. Здоровски просто. Повезло тебе, Кэтрин. Да, мне очень повезло. Я почти самая счастливая девочка на свете сегодня. Ну где же Барби и Маша? Ой, это, наверное, Барби и Маша. Наверное. Давайте посмотрим. Привет, Белла! Привет, Катрин! С днем рождения, Катрин! Здравствуйте! Привет, Маша! Привет, Барби! Как я счастлива, что вы пришли! Барби, Маша, а вы тоже в розовом? Да. Мы любим розовый цвет. Все принцессы любят розовый цвет. Ну или почти все. Барби, а что это у тебя на руках? Это подарок для тебя. Вы знаете, Белла, она всю дорогу, когда мы примеряли ей наряды, рассказывала о своей мечте. Как она мечтает иметь маленького друга, маленькую собачку. Да, да, я мечтала об этом всегда-всегда. И мы с Машей решили осуществить мечту Катрин, подарить ей собачку. Белла, вы не возражаете? Ну, ей где-то нужно же жить. А мы не только собачку дарим. Машенька. А вот и домик для собачки. Ой, какой он миленький. Я думаю, моему пёсику будет очень в нём хорошо. А как ты его назовёшь, Катрин? Я Лаки. Я хочу, чтобы её звали Лаки. Какая она чудесная. Можно я её возьму? Да, можно. Ой, какая она миленькая. Девочки, посмотрите. Какая чудесная собака! Кэтрин, ты счастливица! Ну что ж, дорогая, нам придется взять эту собаку. Только, Катрин, давай ты будешь с ней гулять сама. Да, мамочка, да, я буду гулять с ней, буду кормить ее и поить. Я так счастлива! Сегодня самый лучший мой день рождения!
Тогда давайте пройдем к столу и попробуем вкуснейший торт, который мы заказали для Катрин. Я думаю, это будет очень вкусно. Да, да, да. Ну что ж, располагайтесь все за столом. Сейчас мы нарежем наш праздничный торт. У меня прекрасный день рождения. Родители, подружки, Барби, Маша. Столько подарков. И самое главное, моя мечта. Маленькая Лаки. Обожаю сегодняшний праздник. Ну что ж. А теперь мы попрощаемся с вами. Всем пока. И подписывайтесь на канал Обнимашки с Машей. И ставьте лайки. Всем пока.